Ну что ж, начинаем самую уютную рубрику «Дом» и ее хозяюшка, это Юлия Колосова. И наша великолепная ведущая Ольга Шилова. Вот они, видимо, мы. Вот они, видимо, мы. Добро пожаловать в самую уютную рубрику на телеканале «Шоп-н-шоу», рубрику «Дом», с которой сегодня вы приобретаете стильный интерьер. Будет много предложений, которые порадуют эстетов, будет много предложений для практичных хозяев. И очень оригинальный интерьер, это я уже скажу, прямо исходя из того, что вижу, Юль. Ты знаешь, что-то необычное. Вот мы с вами частенько ходим по магазинам, да, что мы там видим? Одинаковые, вот какие-нибудь там розовые вышивки, синтетика сплошная, что-то такое шаблонное, фу, некрасивое. Для тех, кто, у кого нет вкуса, у наших телезрителей хорошее чувство вкуса, поэтому они выбирают самые красивые дизайны. Поэтому мы им и предлагаем дизайнерское постельное белье. Постельное белье «Хозяин тайги». Встречайте, такого белья еще не было, и вы будете первыми, у кого оно появится. Какая прелесть! Медвежата невероятная. Друзья, итак, цена 1299 рублей. Для комплекта постельного белья, а он у нас полноценный, это очень бюджетная цена. Поэтому сразу решайтесь. Для первого, кстати, заказа, я считаю, идеально. Кстати, перед эфиром, буквально за 10 минут, мы застояли, готовились, я трогаю постельное белье, это поражаюсь и говорю, Юля, что, серьезно, бясь, прям правда? Я не поверила, я вам серьезно говорю, потому что очень нежное белье, даже странно как-то. Вот не поверила именно потому, что прикоснулась к мягкости. И вы наверняка тоже знаете, что такое бязь, но бязь стала гораздо более качественной. Сегодня плетется она, Олечка, по-другому, более плотно. А разница в чем? И ткань стала мягче, а раньше была рыхловатая. И вы наверняка, да, сталкивались с тем, что бязь была, ну, рыхлой. Ее нужно было постирать несколько раз для того, чтобы она была помягче. Сегодня бязь вышла на качественно новый уровень. И если вы практичная хозяйка, я вам как эксперт рекомендую вот такую современную бязь класса комфорт, которая при своей прочности теперь стала мягкой. Слушай, ну вот про прочность, кстати, тут тоже очень важный вопрос. Если она стала мягкой, соответственно, она, ну вот бязь, она из-за твердости своей как раз была прочной, да? Что случилось теперь, когда бязь стала мягче? Она, наверное, стала меньше служить? Нет, служит как раз-таки бязь класса комфорт в полтора раза дольше, чем та бязь, к которой мы привыкли. Она считается вот той самой золотой серединой, выдерживает 400 стирок и минимум от 5 до 7 лет срок службы у нее. И если мы обратим внимание на качество плетения, кстати, мы можем его посмотреть, давай. Да? А вот давайте мы в максимальном приближении посмотрим ту самую бязь комфорт, которой, может быть, многие еще и не знакомы. Со словом бязь знакомы все, но то, что она стала качественно новой, такого в магазине, конечно, вам не расскажет. Так. Давайте посмотрим. Посмотрим, итак, что мы плетение. Видим. Вот мы видим с вами вот эти квадратики, воздушные окошечки, то самое полотняное. Слушай. Плетение, комфортное, которое сделало сегодняшнюю вязь мягкой при своей прочности. Юль, я вижу некое пространство между волокнами. Вообще не порвется ли белье? Я смотрю, они не плотно как-то скреплены. Нет, не порвется, потому что хлопковая нить скручена плотно. Плетение здесь полотняное, крестообразное, очень прочное. Поэтому, если вы цените именно практику, то как раз-таки выбирайте бязь, она прослужит вам от 5 до 7 лет минимум. Постельное белье сохранится в своей форме, и за счет нового плетения, более плотного, бязь не дает усадки сегодня. Вот знаешь, в связи с этим у меня возникла мысль, действительно, если мы с вами раньше очень долгое время выбирали между красотой, яркостью, а бязь, она часто бывает яркой, действительно, да, помните, и практичностью, теперь выбирать не нужно. Вы ждали белье, которое будет и красивым, и практичным. Вот оно, забирайте. Цена нравится? Мне тоже. Давайте сделаем в качестве первой покупки именно такой подарок себе и своим близким. Кстати, готовимся к Новому году. 1299 рублей для новогоднего подарка. Просто шикарная цена. Забирайте. Номер, кстати, бесплатный. Звонки абсолютно бесплатные с любых регионов России. Юль, сразу вопрос. Хозяин тайги у нас здесь медведи, а я знаю, ты очень хорошо разбираешься в символике. Ну да, медведь – символ единения, кстати, да, и для семьи, и постельное белье, вот такой именно семейный комплект я бы вам посоветовала. И плюс любимая природная тематика. В спальне важно расслабляться, в спальне важно получать комфортный, качественный отдых, чтобы труды дня все ушли из головы, проблемы все выветрились. В спальне должно быть комфортно. Так вот, вот такой природный принт, причем, посмотрите, такой фотографический,
графической четкостью выполнен, конечно же, будет расслаблять, наслаждайтесь. Слушай, вот именно вот таким летним рисунком, он очень-очень хорошо благотворно будет влиять на психоэмоциональное состояние. А как же он будет благотворно влиять? Яркие краски ведь. Ну, ты знаешь, обрати внимание, они яркие, сочные, но при этом они не броские и они не кислотные. Ты знаешь, такие вот, которые раздражают глаз, как раз наоборот успокаивают. Эти мишки милые, посмотрите. И это дизайнерский комплект, мы с вами это видим невооруженным глазом. Если вы практичная хозяйка, но при этом вы обращаете внимание на то, какого цвета ваше белье, смотрите всегда и выбираете рисунок, постельное белье «Хозяин тайги» для вас. Дизайнерский комплект от телеканала «Shop & Shop». Постельное белье, которое в наборе имеет все, что нужно для уютной спальни. Пододеяльник, простыня и две наволочки 70 на 70. Так. Снова вопрос у меня так в голове. Ладно, прежде чем задам, друзья, напомню вам, пожалуйста, помните, что цены, которые вы видите в данный момент времени, они актуальны только сейчас. Чтобы просто не происходило ошибок, завтра этих цен не будет. Вот сейчас мы в эфире, сейчас действует цена. Оплата, кстати, любых товаров только при получении, поэтому вы только бронируете товар на Почте России в ближайшем почтовом отделении, вот то, которое ближе всего к вашему дому, вы заберете своего хозяина тайги, и только тогда оплата. То есть покупки на телеканале Shop & Show еще и без безопасные. Тут, к слову, про краску. Ты знаешь, я тебе рассказывала историю нашей Любы, модели, которой подарили постельное белье синего цвета. Она утром проснулась аватарчиком. Я помню. Кожа, представляете, окрасилась. Олечка, тем и ценно. Крученая хлопковая ниточка, что она прекрасно держит краску. И постельное белье настолько качественно, я наблюдаю здесь, как эксперт, прокрашено, что здесь 400 стирок минимум. Я это вижу уже просто по качеству даже ткани, по качеству прокраса. И вы не будете такого же цвета, как травка. Будете свеженькие, просыпаться будете удовольствием. Вязь прекрасно будет отстирываться и при этом не потеряет яркости красок, не осядет ни на вашем спальном белье, ни на вашей коже. Современная вязь – это натуральный хлопок, прекрасный микроклимат, который позволит вам высыпаться без жары и без холода, в комфортной обстановке дома. Природа в вашем доме. Друзья, для того, чтобы заказать со скидкой этот комплект, нужно помнить название. Вот цифры, кстати, очень легкий артикул, 300-800, можете запомнить прямо его. А можете запомнить название «Хозяин тайги». Объясню, почему нужно помнить название. Именно этот комплект постельного белья идет со скидкой. Если просто ошибетесь с названием, то будет уже другой комплект без скидки. Этот комплект постельного белья, ваш новый, называется «Хозяин тайги». Сегодня вы его получаете со скидкой. Главное, помните, 8-800-301-60-90. К слову, про натуральную ткань. Юль, друзья, вы знаете, хочу с вами поделиться просто впечатлениями. Сегодня утром, когда я прикоснулась к этому постельному белью, затем взглянула на характеристики белья, увидела, что это бязь, я, честно, была просто поражена. Объясню, почему. В моем восприятии, ну, я от мамы этому научилась, все время мне казалось, что бязь, она жесткая, грубоватая. У нас была на канале уже бязь нового поколения, но это бязь вообще какая-то невероятная. Она не входит в сравнение ни с какой вязью, которую я ощущала. Совершенно верно, так и есть. Вязь качественно нового уровня, о чем я говорю, и этого не расскажет ни в одном магазине. Вязь пережила второе рождение. Она стала еще прочнее. За счет особого переплетения нити ткань невероятно прочная и плотная, долговечная, но стала мягкая. Это та самая вязь класса комфорт. Ведь вязь по плетению как-то тоже разная бывает. Вот так вот стали использовать правильную плотность плетения нитей, особым образом скручивать хлопковые волокна. Так что теперь вязь мягкая. Вспомните, какая она была грубой, ее нужно было стирать несколько раз, чтобы размягчить. Сегодня этого не нужно. Мягкие объятия дарят вязевое белье. Это просто подарок судьбе. А может быть, там просто синтетику добавили, поэтому она стала такая мягкая? Ни капли синтетики нет в нашем постельном белье «Хозяин тайги». Более того, Олечка, я тебе сейчас это докажу, чтобы не быть голословной. Давай. Элементарно, с помощью огня можно доказать, есть ли в белье синтетика. Но это самый простой способ. Сейчас взяла синтетическую ниточку для сравнения. Смотрите, поджигаем, что происходит. Ой, руки она, береги. Посмотрите, что происходит. Она тянется, она источает неприятный запах. Если вы спите на белье из синтетических нитей, такого больше делать не надо. Вот просто избавляйтесь от него. Хлопок
натуральный, он горит желтым пламенем. Смотрите, как костер, то, как горит бумажка, так горит дерево. Камин. В природе, конечно, не дай бог. Но это прямое доказательство в прямом эфире того, что в хлопковом постельном белье «Хозяин тайги» не добавлено ни одной ниточки синтетики. А значит, вы будете спать на экологически чистом материале. Это важно для здоровья. Итак, друзья, особенно для тех, кто хочет определиться с новогодними подарками. Вот здесь очень важный момент. Вы хотите, чтобы ваши близкие были защищены? Вы хотите, чтобы они были в безопасности, чтобы их здоровье было под присмотром обязательно? Тогда берите в качестве подарка именно постельное белье «Хозяин тайги», потому что в нем сочетается не только очень необычный внешний вид, но еще и полезные характеристики. То есть, даря такой подарок близким, вы делаете вклад в их здоровье.